Оп, переключаемся. Делаю я чаёк. Кстати, уже все покупались, ну, кто смотрел предыдущую, да, как бы, серию. Я, кстати, гружу, когда в горах или где-то еще, гружу маленькие видео, они очень быстренько загружаются в интернет. Я думаю, так как бы даже удобнее смотреть практически так онлайн. Делаю чаёк, я с собой привезла в этот раз и чай, и сахар. Кружки мы здесь нашли. Нутеллу с хлебом привезла, малые уже поели, хлеба накрошили. Там Джада с этим самым, с Карло уже покупались, смотрят Facebook. Фейсбуке ладят. Кто-то спрашивал, есть ли Джада в социальных сетях. Нет. София, держи чай. Привет. Спасибо, я. Это моя. Моя. Да. Да, Макс. А? Риву. Сахар наложил. Это мой шоколад, не трогай. Сейчас Макс зовет. А? Фати, про телекамера. Все, мы уже проснулись. Макс, салют, амитути. Доброе утро, сидичи. Доброе утро, бонжорно. Ты, Сашуля. Джада. Бонжорно. Вот только папаны, я. Центра Юта. А? Центра Юта. А что это, коза человек уже? Я вам, я ее накрасилась. Ага. Потом там просили показать. А, сейчас. Джада, салют, амитути. Привет. Да. Джада Жала Садиры, привет. Это самое. Меня просили показать детскую обувь вблизи, я потом покажу. Не было времени, мы только приехали, день дома перетусовали и снова уехали. Да. Макс, косяки, милалаши. Кстати, кто-то спрашивал за машину, видите, вот в машине открывается в багажнике штучка такая. Люда спрашивала с баллони, Людочка, мы потом видео позже снимем за машину. Outfit. Outfit, ti faccio vedere dopo quando scendi. Cos'è outfit? Ma chiede la come vestito. Mamma. Oh, ascolta, questa non è una macchina, è una stalla, capito? Sì. Altre della Tenzennis, sì. E scarpe delle Kelly. Bellissimo. Bravissimo. Начинают люди съезжаться в это время. Постоянно вот около обеда все со всех городов едут в город отдыхать, тем более погода классная. Погода очень хорошая. Кирина. Кира. Chiamala che si sente che baiono cane. Già, educazione. Ciao Carlo, salutami tutti. Buongiorno a tutti amici YouTube, ora attacco pure io perché ieri una di voi mi ha fatto un grande saluto, mi ha detto Carlo perché non fai video, noi ti amiamo, ti vogliamo tutti bene, fai tutti i video, allora oggi attacco la telecamera pure io. Он говорит, что сегодня он делает тоже будет свои видео, потому что video privato con Massimo, quello che non avete mai visto prima. Стасера, facciamo un video di Sabine. Говорит, что вчера прочитал месседжи Саш, но не делай так, некрасиво. И вчера мне кто-то написал. Фильм интитулати «Батакки аль венту». Кто-то написал ему, что Карло, почему ты видео не снимаешь? Мы тебя тоже любим. Кстати, Карлос пошел. Кто-то Карлоса узнал, кто-то смотрел YouTube. Я не помню сейчас, как мальчика зовут. ВКонтакте мне написали, вам привет. Ну, кто смотрит, поймет, кто. И мне написали, ой, я сегодня в Пизе видел это, Карло. Я сначала был не уверен, что это он. Присмотрелся, собака та же, говорит, да еще и машина-то. Карло говорит, блин, так приятно. Это что ж не подошли? Поговорить, говорит, было бы интересно. И Карла вчера прям такой весь на эмоциях, говорит, мне так приятно стало, что меня узнали. Это мы сейчас выезжаем с нашего дома загородного. Все вот эти вот поприходили в ресторан, естественно. Я рассказывала, что вот в этом ресторане, стоит 35 евро где-то, 30, 25, скажем так, до 30 евро на человека еда. Баба-баба. И поэтому здесь все кушают, это семейные рестораны, это самое дешевое, что можно себе позволить в субботу, всей семьей, когда много народу, да. А, вот, это мы находимся, как всегда, в Гарфаняно. Почему ездим сюда? Не знаю, уже как-то сюда привыкли на протяжении многих лет, уже все здесь знакомы, и опять же говорю, большой семьей здесь дешево. Что? Да. Al ladro! Sì, poi si può vedere. Sì. Cioè, cosa c'è Fabio che vende? Sono già alle 35. L'avevo messa nel Mercedes dietro, lui da dietro. Se la mia bimba. Grazie. Carlo la prende in collo, vuole venire davanti. No, davanti noi che si frena esce quello dal vento. No, io sono grasso, sulla pancia non c'entriamo. Infatti, ma di lui non esce. Come no, guarda là, c'è Sofia, più comodo, sedile in pelle umana, guarda là, sei umana. Ma ti faccio come ieri che eri più alta, ma
parrucchiere, metti una buccia. Bene. Я вчора робила собі манікюр, зробила таку собі манікюрчик, і потім Сашка прийшла і говорить: «Мама, я зробила, як у тебе ужас, накрасила». Квесто кузе? Квесто кузе, чао. No, questa era piccolina. Lì piccolina. Ma quella che mi è venuta tutta nuda? È Sofia. Oh. Io? Ciao. Come faccio? Come va, signora? Perché c'è l'influenza. Ma non è passata ora, eh? No, attenti, non mi permettere mai di avvicinarmi e provare ad attaccare. Era tutta nuda una volta. Io? Quando è arrivato c'è una piccolina. Знакомая у нас еще, когда София была маленькая, мы сюда приезжали с Москвы. Это самое. Я себе сделала вот такой вот фантазий. Кстати, меня кто-то попросил и показал. Покажите, как ногти красите. Я, девчонки, не могу вот сидеть и показывать. Ну, я боюсь, потому что там как-то начнут писать. Все-таки есть девочки, которые занимаются этим профессионально. Ну, прикиньте, я сяду... Короче, еще фишка в том, что у меня на одной руке лак немножко краснее, а здесь лак немножко светлее, основа. Цветочки еще доживают в горах, хотя холодно. Цибулька висит. Там тоже дорожка. Вот, потом там столько тоже много вопросов задавали. И у меня бывает аж из головы вылетает, потому что когда в разъездах не успеваешь их записывать, а потом их просто не помнишь. Наверное, вот так вот как-то. А кто-то спрашивал, сколько у меня вес. У меня раньше было 50, 48-50, сейчас у меня 54-56. Я поправилась. Я поправилась, и сейчас 54-56, в принципе, для моего роста нормальный вес, в принципе. Хотя, конечно, 2 килограммчика, 3 можно было бы спустить. Не занимаемся сейчас ничем. Помните, я рассказывала, что у меня был хореограф, который приходил на дом заниматься в том году. Потом мы перестали заниматься, потому что ну, наступило лето. А потом у него жена заболела, ну, типа, по-моему, рак у нее. И он перестал ходить, типа, там, с женой что-то. А другого, как бы, мы брать не хотели. А времени куда-то бегать и заниматься танцами не на дому, а куда-то ходить в обрез. Questo è l'outfit di oggi. Scarpe blu di Rossella Carrara, jeans stretti, maglia grigia a maniche lunghe e sopra una bellissima giacca nera decorativa. Massimo, Sofia mi ha fatto la ripresa моего outfit. Начался дождь, а мы хотели немножко каштанов. Сейчас. А мы хотели это самое, немножко каштанов по. Бери, вытягивай. Хотели каштанов пособирать, пожарить, потом дома в духовке. Где моя? Подождите, моя. Софи, подержи мне вот так далеко, моя джака. Положи сумку, она тебе не нужна. Держи. Вот это держи. Держи. Надо курточку достать. Вот такая каштанов, вот. Держись. Дождик пошел, хотели костюмов пособирать. Просто кто-то попросил, кто-то говорил: «Марина, покажите, как вы одеваетесь постоянно». Да никак, дома как-то я постоянно в штанах спортивных. А естественно, о, Саша, костюм нашла. А естественно, когда если куда-то выходим, одеваемся. Наши София курточки. Наши София курточки. Сашка. Вот, кстати, покажу на цвету вот такие вот эти самые маргаритки, классные, обалденные обувь. И вот просили Софийный пока. Маргарита, мама, Маргарита, поведи твой. Красиво, да. Все красиво. И София, говорит, покажи тебе вот фит Маргариты. Красивая Маргарита. Давай, пошли забирать. Ну как, ага. Бабу! Спунжили дзаху, пой пиове, убило. Поведи. Ютубе. Carlo, trovo una castagna, è giusto, e lui se la mette dentro, dentro il giubbotto. Sì. Amici, dai. Un fungo. Mamma, questo è buono, non sempre che tu vedi avuto. Сказал, что у берегов вечно шумит прибой.
кто сказал, что мартовский ветер будет дышать весной? У природы есть законы, а у любви их нет. И однажды ночью ты увидишь свет в белом облаке. Начался дождик, и мои галоши прям в самый-самый раз для погоды такой вот в лесу. Наша машина там. Кирина. Забыли Кире вчера, в попыхах собирались. Забыли Кире взять плащик, ее курточку. Сейчас будет мокрая.